Калатея, Парсифоли. Сразу говорю, что очень долго искала место, чтобы показать вам ее. У нее цвет имеет невероятный блеск, цвет листьев. Но, к сожалению, все равно даже вот здесь, найдя вот какую-то тень, все равно до конца не могу показать вот эту желкованность, вот эту разницу. Она фактурная, рифленая. И вот этот цвет жилок, он прям темно. Даже скорее малахитово-зеленый. Но не смогу вам показать, камера все равно не передает ее цвет. Она у меня недавно, год ей всего. То есть только прошла полное восстановление и начинает потихоньку набирать свою силу. Я так понимаю, что она будет большой, огромной монстрой. Что мне и надо. Тут уже изнанка простая. Что еще забыла сказать по цвету? Я их сегодня вам показываю, ни на одну не натирала. Из-за недостатка времени я их даже не опрыскиваю. Вообще совершенно. То есть с весны они не видели ни одного опрыскивания. Вот такая яркая, она без всяких дополнительных манипуляций.